Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 10 апреля – самое волшебное время, когда Вселенная услышит все ваши просьбы. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Понедельник, 10 апреля. Позитивный и насыщенный энергией день, управляемый 20 лунными сутками. Это благоприятное время, которое принесет вам множество интересных встреч и радостных событий, позволит избавиться от накопившихся проблем, найти неожиданные способы их решения. Направьте все свои силы на достижение желаемых результатов и двигайтесь вперед, стараясь абстрагироваться от имеющихся сложностей. Тогда вы легко найдете способ справиться с ними без существенных затрат. Луна в Стрельце сегодня манит ввысь, зовет к новым свершениям. В сочетании с 20-ми лунными сутками этот период становится неиссякаемым источником оптимизма, дарит силы на новые свершения и способствует работе над собой. Это лучшая пора для самосовершенствования, поскольку в этот удивительный день вы становитесь особенно чувствительны к энергиям Вселенной, благодаря чему любые интуитивные действия оказываются самыми верными. Для достижения наибольшего успеха проявляйте активность, избегайте бездействия и ленности. Смелость и амбиции помогут вам реализовать все, что было задумано. Благоприятная энергетика 20-х лунных суток позволяет оставить позади любые переживания, справиться с давними страхами и преодолеть внутреннюю неуверенность и избавиться от сомнений. Сегодня каждый человек получает возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону, привлечь приятные, позитивные события. Поэтому будьте внимательны, чтобы не упустить посылаемые судьбой шансы. Спокойствие и сосредоточенность помогут вам понять свои истинные цели и найти лучшие способы для их достижения. В этот день вы можете сделать неожиданное открытие, обнаружить ранее незамеченные взаимосвязи между событиями. Благодаря этой особенности 20-е луны сутки удачны и для духовного роста, и для решения материальных задач. Обострившаяся интуиция подскажет вам лучшие пути решения, поможет достичь желаемых результатов во всех сферах вашей жизни. В эти сутки вы можете получить ответ на беспокоящий вас вопрос, если перед засыпанием сосредоточитесь на том, что вас беспокоит. Увиденное сновидение будет содержать необходимый совет, однако подойти к его трактовке со всей ответственностью. Соник поможет вам распознать символы, присутствующие во сне, после чего вам останется только правильно объединить их воедино, чтобы увидеть единую картинку. День идеален для любых творческих начинаний. Вдохновение подскажет вам множество креативных идей, которые непременно захочется воплотить в жизнь как можно скорее. Смело приступайте к реализации задуманного, ведь сегодня у вас есть все шансы создать настоящий шедевр, от которого будут в восхищении все окружающие. Сегодня вы сможете освоить любой учебный материал, вызывающий у вас интерес, поэтому определитесь с тематикой и приступайте к первому занятию. Вся полученная информация, даже самая сложная, запомнится легко и надолго останется в памяти. Одинаково успешно будет обучение с преподавателем, онлайн-курсы и даже самостоятельное чтение книг и учебников. Спокойная энергия дня не подходит для активной физической деятельности, поэтому сделайте себе выходной, ограничившись утренней разминкой. Луна советует. Успех будет сопутствовать вам во всем, ведь 20-е луны сутки – один из лучших дней для любых начинаний. Вы можете воплощать в жизнь любые грандиозные планы, особенно если детально продумали их заранее, либо продолжить работу над текущими проектами. При этом отдайте предпочтение наиболее важным задачам. Не тратьте энергию на малозначимые мелочи. Вы можете заняться как коллективной, так и индивидуальной деятельностью, поскольку в эти сутки любая деятельность будет одинаково результативной. В общении с партнерами демонстрируйте напористость, но при этом сохраняйте дружелюбие и доброжелательный настрой. Если вы находитесь в поиске работы, день идеален для встреч с потенциальными работодателями. Отличная пора для любых денежных операций, кроме спонтанных. Смело совершайте отложенные покупки, вкладывайте средства в инвестиции, заключайте финансовые сделки. Однако оперируйте только собственными деньгами, не берите их в долг и не оформляйте кредит. День прекрасно подходит для любых домашних работ, не имеет значения, чем именно вы решите заняться – заменой мебели в прихожей или небольшой влажной уборкой на кухне. Ваши действия в любом случае – сделать жилище уютнее. Однако приступать к делам следует только в хорошем настроении, чтобы не оставить в доме негатив. Общение 20-е луны сутки складывается просто идеально.
Сегодня вы получаете шанс восстановить отношения после давней ссоры, разрешить имеющиеся конфликты, завязать новые перспективные знакомства. Главное условие – избегать негатива и дарить собеседникам только позитивные эмоции. Прекрасное время для романтических отношений. Назначьте на этот день свидание, а если вы уже находитесь в отношениях, проведите день вместе в тихой обстановке. Сегодня вы получаете возможность лучше узнать любимого человека, укрепить ваши отношения и найти взаимопонимание в спорной ситуации. Если вы планируете путешествие, начните его 20-е лунные сутки. Сегодня даже спонтанная поездка по заранее неизвестному маршруту окажется удачной. Зарядит энергией и принесет массу приятных знакомств и впечатлений. Поэтому отложите все несрочные дела и отправляйтесь в дорогу. Не упускайте возможность отлично провести время. Магия этих суток не обладает какими-либо специфическими особенностями. Влияние положительной энергетики дня позволяет успешно проводить любые обряды убывающей луны. Тем не менее, особенно успешными будут действия, направленные на избавление от финансовых неурядиц и неудач. Амулет от нищеты. Вам нужно приготовить 3 шерстяные нитки красного цвета, длиной 15 см каждая. Когда будете уже готовиться ко сну, свяжите их узелком, далее заплетите косичку, конец которой скрепите булавкой. Теперь положите изделие на ладонь правой руки и трижды скажите: «Нищета прочь, уходи, мне более не вреди. Защиту мою тебе вовек не обойти, в дому более не войти». Говорим 3 раза. Положите амулет под подушку на ночь, а утром прикрепите его над входной дверью. Ну, либо положите у входной двери. От неудач. После наступления темноты зажгите свечку. Сядьте напротив и подумайте над тем, в чем именно вам нужна удача, какие обстоятельства вам мешают. Когда поймете, что именно является основной преградой к счастью, возьмите лист бумаги. Простым карандашом напишите на нем то, что хотите убрать из своей жизни. Важно, не указывайте свою конечную цель, только то, что ей мешает. Пример правильного текста. «Прочь, моя неуверенность в себе». Теперь сложите листок пополам текстом внутрь и подожгите от свечного пламени. Положите в пепельницу или другую жаростойкую посуду и убедитесь, что бумага полностью сгорела. Пепел вытряхните в унитаз и смойте, свечку оставьте догорать, чтобы стать красивее. Проснитесь на рассвете, не умываясь, не завтракая, выйдите на улицу либо на балкон, ну либо подойдите к окну. Далее, смотря на солнце, скажите такие слова. «Приветствую тебя, солнышко ясное, дарящее нам новый день прекрасный. Ты светом своим меня озари, все недостатки мои лучами своими, словно тьму, убери. Пусть и мои морщины и дефекты по твоим сияниям растают, а красота моя ярче станет. Истина». Говорим так 1 раз. Когда закончили говорить, можно возвращаться по своим делам. По народным приметам в этот день отмечают и день Илариона. Овны, празднующие день рождения 10 апреля, обладают волевым характером. И именно благодаря сильному характеру, яркости и независимости мышления у них множество интересов и друзей. Но их сила заключается не в риске, а в моральной устойчивости. Серьезное отношение к делам и жизни в целом дает им возможность идти по намеченному плану и твердо стоять на ногах, даже непростые периоды жизни. Их талисман – гранат. На Руси с 10 апреля наши предки начинали убирать до зимы сани. Считалось, что новый снег больше не выпадет, а по дорогам уже вовсю ездили на телегах. Также к этому времени в полях распускались первые цветы. Но особенно славилась у наших предков мать и мачеха. Этот первоцвет почитался как за целебные свойства, так и за магические. Мать и мачеху заваривали и пили как чай от разных болезней, а также в профилактических целях. В этот день можно было с помощью данной травы избавиться от воздействия нехороших людей. Достаточно просто купить в аптеке мать и мачеху, заварить эту траву. Далее, пока ваш отвар будет настаиваться, нужно сказать такие слова. «Если враг ко мне близко подходил и зла с собой принес, пусть он назад возвращается, от меня отвращается. Цветами волшебными беду отведу, к себе гармонию и покой привлеку. Истина».
Говорили так 3 раза. После, когда уже ваш отвар остынет, нужно было побрызгать все углы дома. Так избавлялись от воздействия плохих людей. И по традиции, перед сном обязательно проговариваем такие слова. Я благодарю день, который прошел, и позволяю себе расслабиться и отпустить все мысли перед сном. Я засыпаю, чувствуя себя легко и свободно. Говорим 1 раз. Вы посмотрите, что на следующий день вы будете чувствовать себя прекрасно.